Дорогие друзья, я думаю, что каждый из нас знает, насколько богат русский человек теми, кто был до нас, той классикой золотого века, серебряного века, поэтов, писателей, музыкантов. И так много талантов, которыми славилась Русь. И сегодня мы живем в 21 веке и видим таланты, но так хочется иметь тот же богатый цвет, который был раньше. И мы хотим данными программами не только прикоснуться к тому, что было в истории, но воскресить и дать движение жизни уже в новом поколении. И Дух Божий нам поможет это сделать. Поэтому мы не только дотронемся до золотого, до серебряного века, а мы достанем оттуда ту драгоценность, которую принесем в Божье присутствие и размножим Духом Святым. Потому что у Бога в Его Духе есть способность животворить. И поэтому мы хотим воскресить тот потенциал, который ушел раньше времени. Мы знаем, как много поэтов ушло в самом рассвете своих сил. Значит, потенциал не был реализован. И сегодня у нас с вами есть возможность его возвратить в русскую душу, в сердца, открытые перед Богом. Мережковский. Справка. Дмитрий Сергеевич Мережковский. Родился 14 августа 1865 года, Санкт-Петербург. Русский писатель, поэт, литературный критик, переводчик, историк, религиозный философ, общественный деятель. Муж поэтессы Зинаиды Гиппиус. Мережковский, яркий представитель Серебряного века, вошел в историю как один из основателей русского символизма, основоположник нового для русской литературы жанра историосовского романа, один из пионеров религиозно-философского подхода к анализу литературы, выдающийся эссеист и литературный критик. Дети, увы, мудрец седой, как ум твой гордый пуст, и тщетен пред одной улыбкой детских уст. Твои молитвы — грех, но чужд страстей и битв ребенка милый смех, священней всех молитв. Родного неба весть, его глубокий взгляд, он рад всему, что есть, он только жизни рад. Он с горной вышины, как ангел к нам слетел, от райской тишины проснуться не успел. Душа хранит следы своих небесных грез, как сонные цветы, росинки Божьих слез. Иисус, ты сказал, что будьте как дети, чтобы принять царство твое, чтобы жить в царстве. Ибо если не станете как дети, то не сможете войти в него. Поэтому, Боже, сколько сегодня людей, которые думают, что степени научных каких-то открытий и возможностей позволят принять больше смысла неба, а насколько важна простота души, открытость сердца, чтобы заговорить с тобой из духа, заговорить не из гордости и надменья, не из самодостаточности, а из нищеты духа, который нуждается в Боге больше и больше с каждым днем, потому что финиш жизни каждого человека, он приближается. Я благодарю Тебя, что мы об этом можем молиться и ходатайствовать Духом Твоим. О май гад ферес, лёра фисан, майгу травита кале вест, липина фридес але висан, камина кунда вита лисан, капина фрайдес ливен клис, капира фрот лавата садр, капира кру травита крет, ликина блад супира фладас, левита кунда сале вадас, лавита крайдес мина флест. Камина патер это хейдер, камина кута калифат, люпина фротера паравендас, липина кис альфада дестас, ликин арфисан кюнафайс. Господь, я благодарю Тебя, что, глядя на ребенка, мы можем умиляться, но также и учиться. Благослови нас научиться всему тому, что есть в детской душе, в детском сердце, в открытых глазах, в непосредственности и в потребности защиты и покрова, который ищет у родителей. А мы ищем его у Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь.